В сентябре этого года исполнилось 700 лет со дня принесения в Тверь тела убитого в Орде святого и благоверного князя Михаила Тверского, почитаемого в качестве небесного заступника Тверской земли. По этому случаю в областной столице прошло торжественное мероприятие, в котором приняли участие десятки тверичан. Как это было, увидите в сюжете далее. В сквере Гумилева на пересечении Рыбацкой улицы и набережной Степана Разина в пятницу 6 сентября собрались десятки тверичан. Именно в этот день, 700 лет назад, по информации источника, только в 1319 году тело князя было перенесено в Спасо-Преображенский собор, где его святые мощи хранились вплоть до разрушения храма в 20 веке. По мнению известного тверского историка, именно эта территория с большой долей вероятности принадлежала Архангельскому монастырю. Это не просто скверик на берегу Волги. Это действительно святое место, где 700 лет назад стоял монастырь Михаила Архангела, небесного покровителя князя Михаила Тверского. Именно здесь, это не случайно было, именно здесь его тело находилось вот некоторое время после того, как его привезли сюда из Москвы. Это была далеко не городская черта, город находился практически тогда в пределах Тверского Кремля. Здесь был такой густой лес вокруг, проходила такая дорога. Общество князя Михаила Ярославича, возглавляемое почетным гражданином Твери, заслуженным артистом России Георгием Пономаревым, выступило с инициативой, поддержанной правительством Тверской области, провести 6 сентября 2019 года торжественное мероприятие, посвященное этой годовщине. Был казнен Михаил Ярославич Тверской в Орде. И московский князь приказал доставить тело Михаила Ярославича в Москву. Ну, не год, но меньше года оно пролежало там. Тверской митрополит и вдова Михаила, княгиня Анна, его старший сын, как правитель к тому времени, Дмитрий Грозный Очи, стали добиваться возврата тела Михаила. Глубокой ночью тело было занесено в Спасо-Преображенский собор. Давид, лауреат премии губернатора Тверской области, как один из самых одаренных детей Верхневолжья, зачитал отрывок из произведения Бориса Колымагина «Бартеневское сражение». Грустит осечи стержневой, зашедшей тьмы и тьмы востока ордынской конницы напор. И с ними москвичи жестоко Святой Руси. Наперекор они уже ползут по гати. Им смерть, правда, нипочем. Но встали княжеские рати. Архангел Михаил с мечом. В завершении состоялась служба по случаю 700 лет со дня принесения в Тверь тела убитого в Орде святого и благоверного князя Михаила Ярославича Тверского.